I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be Добрый день, мои дорогие! Сегодня с вами я, Елена Акинфеева. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь и на мой инстаграм Елена Люкс. Так совпало по времени, что я начинаю свою рубрику о моде в переходный период. На дворе сейчас февраль. И это время больших сезонных скидок. Раз в сезон во всех бутиках и на всех сайтах бывают глобальные распродажи сезонных коллекций. И сегодня я хочу рассказать о вещах, на которые действуют скидки, а также продемонстрировать их, рассказать все плюсы этих покупок. Во-первых, я советую покупать вам брендовые вещи, а когда они куплены на скидках, это вдвойне приятно. Во-вторых, есть вещи вне времени. Это базовый и классический гардероб. Он будет вам служить долгие годы. В-третьих, всегда в зимней коллекции есть вещи, которые можно носить и весной, и летом. В-четвертых, хорошие люксовые вещи известных марок – это вложение в ваш стильный гардероб на ближайшие 5-7 лет. И еще вы можете приобрести все это на больших скидках на следующую зиму и иметь в своем гардеробе одежду премиум-класса от лучших мировых домов моды. Если вы решите приобрести какие-то образы или отдельно сумку или обувь, то это как раз то время. Я хочу начать сегодня с самого яркого и стильного образа и обратить внимание на красоту контраста. Объемный свитер с высоким горлом в таком красивом красноягодном цвете прекрасно сочетается с женственным платьем, классической обувью, модной кепи и трендовой сумкой Fendi by the way. Большой объемный свитер не только уютный и удобный, он из натуральной шерсти. Он сочетается с самыми разными вещами, от классических джинсов до гламурных high-waist pants. Приобретите в свой гардероб лучше одну качественную люксовую вещь. Наш красный свитер от Александра Терехова можно носить поверх платья с джинсами, с кожаными леггинсами, с шортами из эко-кожи. Обязательным дополнением к этому образу будет ремень в винтажном стиле на талию. Отличным дополнением к тому же образу станет одна из самых шикарных сумок класса люкс, сумка Fendi by the way. Две ручки, съемная регулируемая лямка на плече, серебристая фурнитура, несколько внутренних отделений, внутренний отдел и застежка на молнии сверху. Просто the best. И еще, я совсем забыла рассказать об абсолютно замечательных, очень комфортных стретчевых ботинках на устойчивом каблуке от Stuart Weitzman. Они прекрасно завершают образ. Приобрести все эти вещи можно по ссылке, указанной под этим видео. Второй образ, на который я хочу обратить внимание, это классический, но в то же время очень стильный костюм от Stella McCartney. Формальный костюм, расслабленная футболка и кеды. На самом деле вы можете заменить футболку белой рубашкой или блузкой в любых классических сочетаниях, добавляя ей в пару кеды или чуть менее классическую обувь, включая пиджак, юбку, карандаш. Попробуйте, получится интересно. Прекрасным дополнением к этому образу станет поясная сумка. В данном случае это сумка от Valentino.
Поясные сумки уже не первый сезон являются одним из трендов сезона. Они удобные и могут служить вместо ремня, подчеркивая вашу талию или бедра. Это зависит от того, как вы будете их носить. И она отлично подойдет на любую вещь, будь то пиджак, трикотаж или куртка. Завершат наш образ белые полукеды от Валентино с контрастной черной надписью ВЛТ. Это сейчас один из самых модных цветов для обуви белой. Эти кеды вне сезона, их можно носить как зимой, так и летом. Это та модель, которая переходит из сезона в сезон. И тем более, ее очень приятно купить со скидкой. Приобрести все эти вещи вы можете по ссылке, указанной под моим видео. И обязательно подпишитесь на мой инстаграм Элина Люкс. Там много интересной информации и не только о моде. На пиджак денег не жалеют. Это предмет гардероба, который послужит вам долго и станет базой для огромного количества образов. Верх отделанного костюма можно также стильно сочетать с джинсами, с лодочками. Сюда прекрасно впишется все та же базовая белая футболка. И, конечно, неотъемлемой частью любого образа станет сумка. В нашем случае это черная сумка от Валентино с контрастной надписью. Достаточно вместительная внутри, она с двумя ручками. Одна из них в виде цепочки с кожаной накладкой и съемный плечевой ремень. Трендом сезона остаются джинсы high-waist с высокой талией. В нашем луке мы предлагаем джинсы от Stella McCartney. Они абсолютно комфортные, приятные для вашей кожи, с небольшим стретчем и отличительным знаком на кармане – красной вышивкой. И завершит образ, как всегда, пара таких комфортных, стильных, классических лодочек нейтрального серебристого цвета от Stuart Weitzman. Я считаю, это уникальная возможность выглядеть дорого, стильно. Я бы сказала, роскошно. И вдвойне приятно все это купить со скидкой. Приобрести все эти вещи вы можете по ссылке, указанной под моим видео. И подписывайтесь обязательно на мой инстаграм Елена Люкс. Там много всего интересного и не только о моде. Для особого случая или когда вам захочется быть яркой, эффектной и излучать настроение счастья, это платье как раз для этой истории. Что меня еще в нем впечатлило, это шнуровка, которую можно расшнуровать чуть больше, и это придаст немного сексуальности и изящности этому платью. Ремень от Gucci золотым лого. Вы уже все знаете, что логомания сейчас в тренде. Этот ремень подчеркнет вашу талию и станет прекрасным дополнением и придаст шарм всему вашему образу. Если вы решили купить такое платье, это как раз тот самый лучший момент, ведь оно сейчас с большой скидкой. Хотелось отметить эту фантастическую сумочку Gucci. Она роскошное дополнение к этому платью. Она как будто бы дает свежее дыхание ему, наполняет его еще более яркими нотками стиля. Она культовый предмет гардероба любой модницы. Эта маленькая сумочка Сильвия выполнена из кожи и черного бархата с узором DG. А эти модные, необыкновенные, очень стиляжные туфли от Balenciaga с удлиненным носиком и немного скошенной шпилькой с золотым логом на носке экстравагантно завершат весь ваш яркий и сияющий образ. Приобрести все эти вещи вы можете по ссылке, указанной под моим видео. И если вы подпишетесь на мой инстаграм Елена Люкс, то узнаете очень много нового и интересного, и не только о моде, но и о правильном питании, позитивном настроении и многое другое. Сегодня я хочу рассказать об одном экстравагантном образе – брюки Corset White из струящейся натуральной шерсти. Она настолько приятна по качеству, что когда прикасается к вам, будто ласкает. Высокий пояс из ткани присобирает объемы на талии с высокой посадкой и асимметричными линиями. Съемные подтяжки украшены изящной вышивкой, тонкими нитями из блестящей цепочки манили. Это культовый элемент всех коллекций Brunello Cucinelli.
К этим брюкам подойдет любая блуза и рубашка. В нашем случае это белая из высококачественного хлопка рубашка. Я бы завершила весь этот образ туфлями на каблуке. Вот скажите, вы когда-нибудь замечали, что надевая каблук, ваша осанка становится изящной, спина ровной, и вы чувствуете себя богиней? Носите каблуки, и вы будете счастливы. Завершит весь этот образ сумочка от Dolce & Gabbana с лого и страз. Вам понравился этот образ? А купить все это со скидками вдвойне приятно. Приобрести все эти вещи вы можете по ссылке, указанной под моим видео. И не забывайте подписываться на Instagram Елена Люкс. Там много всего интересного о моей жизни и не только. Еще я хочу рассказать о своей любви к пальто Stella McCartney. Свободное, двубортное пальто. Выглядит так, словно его сшили из двух вещей. Дизайнер выбрала для создания этого пальто ворсистый шерстяной твид. Ткань почти не мнется, что немаловажно в нашей повседневной жизни. А черно-белая клетка смотрится элегантно и лаконично. Это пальто можно надевать как с каблуками, так и с массивными кроссовками. Это я вам и продемонстрирую. Дорогие мои, оставайтесь со мной на канале, и вам будет интересно. И еще я хочу рассказать об одном из самых главных и комфортных трендов, которые полюбили все. Объемные худи с удлиненными рукавами, пожалуй, та самая вещь, которая может войти в историю как символ эпохи, в которой мы живем. Сейчас, когда грань между уличной и высокой модой практически стерта, худи можно с одинаковым успехом встретить и в масс-маркете, и в люксовых брендах. Объемные худи, и вещи с лого, и грубые массивные кроссовки – главные must-have для всех любительниц расслабленных и ярких образов на каждый день. Кроссовки цвета слоновой кости на толстой подошве в ретро-стиле в нашем варианте в casual-комплекте с укороченными джинсами в светло-голубом цвете прямого кроя из мягкого денима. На этом сегодня все. Оставайтесь на моем канале. Я буду радовать вас новыми видео. Ставьте свой лайк. Всего вам доброго и до новых встреч!